шоу-бизнес облетели слухи, что группа «Винтаж» планирует вновь объединиться. Якобы Анна Плетнева и Алексей Романов уже работают над новым совместным материалом и в ближайшее время готовятся снимать клип. Солист группы «М-Бэнд» Анатолий Цой после неожиданного дуэта с боксером Роем Джонсом решил не останавливаться и удивлять дальше, и сменил имидж. На голове певца красуются теперь дреды. Поклонникам Толи такой эксперимент пришелся по вкусу. И вновь о переменах. Кажется, Даша Жукова, которая после расставания с Романом Абрамовичем долгое время не могла обрести личное счастье, наконец повстречала новую любовь греческого миллиардера Ставроса Ниархосома. Правда, пока официально никто ничего не подтвердил.